пограничник, прикордонник, запитує мене питання. Скажіть, будь ласка, а ви лікар? Я кажу, да. А це ви були в передачі «Вагітна в 16»? Я кажу, да. Спасибо вам огромне. Ми з женою сколько не говорили своей внучке, что ранняя половая жизнь – это плохо. Сколько мы ее не убеждали. А она потом пришла и говорит, ты знаешь, дед, а вы были правы. Доктор сказала, что от этого можно заболеть раком шейки матки.